Сегодня, 14 января, возле Даугавпилсской городской думы состоялся пикет протеста, на котором жители города показали, что они будут стоять до последнего против строительства завода по сжиганию мусора в черте города. Несмотря на рабочее время, собралось около 70 человек, которые вместо своего обеденного перерыва пришли поддержать молодого активиста Никиту Алексеева и непременно высказать свое против. Сегодня на пикет пришло довольно-таки много людей, каждый высказал свое мнение, и радует та ситуация, что людям все-таки не безразлична ситуация вся эта, и они высказывают свое мнение, и явно ситуация показывает на данный момент то, что большинство людей против мусоросжигательного завода «Нахими». Нету никаких проблем перенести этот завод, транспортировать тепло из-за города, там, где может стоять завод. Но, к сожалению, есть определенные люди, которые голосуют и оттягивают по максимуму этот вопрос, чтобы просто его воспринимали автоматически принятым и положительным на рассмотрении проектировщиков от Даугавпилсской городской думы. Жители города пришли с транспарантами и боевым настроем, в надежде, что депутаты выйдут поговорить с ними, но этого так и не случилось. А появившийся на несколько минут Валерий Кононов поговорил лишь с журналистом одной из радиостанций и был таков. На пикет поддержать своего однопартийца пришел депутат Янис Лачплесис, который отвечал на разные вопросы, интересующие горожан. Особенно острыми были, конечно, вопросы экологии, а также вопросы о теплоэнергии, которую вырабатывал бы этот завод. Свое мнение горожане не побоялись высказывать громко, несмотря на то, что это был пикет, а не митинг. Абсолютная глупость ставить мусоросжигательный завод конкретно на химии, потому что там подразумевается строительство новых мощностей на щепе. И я не понимаю, куда эти мощности потом мы будем девать. Завод нужно строить там, где люди не живут. Иначе город наш погрязнет в болезнях. Нельзя завод строить в черте города. Ну, вот люди, посмотрите, инсульты, инфаркты. Но это все от экологии. Вот поэтому завод за чертой города пусть строят. За чертой города не вопрос, в черте против. Ну, потому что наносит вред экологии и будет наносить вред здоровью людей. Будем надеяться, что депутаты все же услышат наши с вами голоса. Юлия Пилсненец, Александр Хлестов, Александр Федотов, телевидение Даутком.